Он понял, что она открыта, и вызвал полицию. Как быстро приехали! Нет! Нет! Заломали! Просканировал нас! Да! Привет, ребята! Сегодня мы играем во взломщика. Да, эта игра называется Пиклок. Взлом замка. Ну с чего все начинается? Унылый парень пришел домой. В доме помойка. Настало время перемен, он говорит. Моя история только начинается. Пиклок. Пиклок. Короче, он решил стать вором. Ай-яй-яй. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Это дом соседей. Найден ключ. О, там был ключ, ничего себе, как все просто. Ну давай зайдем, смотрите, ребята. Вот так вот вид сверху. Ну, в принципе, неплохо, да? Да. О! С помощью клавиши Е мы можем отобразить интересные предметы. А также денежку. Так, зайдем. Что взять можно? Статуэтку. Какие-то страшные отпитки. Ноутбук, что ли? Ноутбук убрал! Это что такое? Духи! Даже духи взял. Смотри. Да. На кухне что стоит? Что-то еще взяли. Так, здесь что? Вау. Ксерокс украли даже, ё-моё. Ого. Это ж такое? Ксерокс. Мини-мойка. Ну, уж мы не будем тогда, что корзину, даже корзину забрали. Ладно, выходим отсюда, пока полиция не приехала. Ну, погнали. Засадимся в машину, да? Садим, поехали. Закончить миссию? Да, ну, вроде мы как бы все сделали, да? Да. Что парень хотел? Так, 500 баксов и на 2400 предметов. Что есть? Ломбард. А туда мы можем все это сдать и что-то заработать, да? В ломбарде все наворованное сдает ломбард. Что-то там... Что? О, ломик! Он ему дал ломик, чтобы он дальше продолжал. Хулиганы собрались. Швейная фабрика. Новый объект. Там есть полицейский. Он сказал, что он очень сонный, можно его обмануть. Ну давай, зайдем. Посмотрим, где там полицейский. Он там ходит, охранник полицейский, да? Да? Так, а мы взламываем дверь. Заходим. Ладно, чтобы он не услышал. Что-то он там написал, ломбарщик, что надо брать костюм, ткани и еще что-то. Ну давай зайдем, посмотрим. Здесь у нас что-нибудь есть? Надо посмотреть, есть вообще что-нибудь. Во, здесь ничего нету. Вот в этом нет. Полицейский не к нам. В этом помещении ничего нет, а вот здесь есть. Так, что мы взяли? Так. А вдруг полицейский сейчас сюда придет? Это что у нас? Ткань. Поехали. Это что у нас такое? Утюг. И пиджак. Вот, мы все взяли вроде, да? И... Ну, надо еще в эту комнату, кстати, зайти. Он сюда идет. Ой, давай быстрее, 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 быстрее. Он же видит сейчас. Сейчас он нас просканировал нас. Да. Ничего себе, он стукнул нас как. Сами заслужили. Давай заново. Так, идем. Берем пиджак. Или что, ткань возьмем. Пиджак взяли. Утюг взяли. Ткань взяли. Он сюда придет сейчас. Надо подождать, пока он там. Видишь, он осматривается. Глаз. Видишь, осмотрелся. Никого. Все, пошел дальше. Вроде мимо. Так, мы сюда выходим, пока его нету. Быстрее туда. Надо еще дверь эту что-то взломать. Не понял. А эту не закрыть. Ну ладно. Тогда взламываем. В его кабинете надо взламывать, оказывается. Тихо, он, походу, сейчас сюда придет. Тогда мы выйдем на улицу пока что. Так, все, он вышел. А дверь-то мы уже вскрыли, поэтому мы сразу в нее зайдем. Есть, и что здесь интересного? Давай здесь прячемся. Что здесь такое? Тоже взламывать надо, а он там уже ходит. Что там в шкафу-то, а? Типа он сейчас... Что в шкафу? Давай спрячемся. $3000! Мы взяли из шкафа, убираемся отсюда. Он заканчивает смотреть и идет... Ха-ха-ха. Куда же он идет? Он все, мы в машину садимся, пока-пока. Да, пока-пока, полиция. Поехали в к ломбарду. Сейчас мы что-нибудь нам даст, он заработаем. Сколько мы денег взяли, а? Так, ломбард, ребята. Ну что, парень, у нас есть кое-что, то, что тебе интересно. Мы оба заинтересованы, он говорит. Понятно? Вот так вот вот. Мясную лавку предложил ограбить. И что там брать? Только деньги, наверное, ребята. Так, нам надо взламывать дверь. Опять взламывать. Он закрыл, что ли? А, охранник закрыл дверь. Мы ее взламываем. Так. А он уже осматривается, смотри, да? Так, он пошел, а мы дверь... А, ну мы постоим пока, подождем, да? Ну да. Мы
мы пока подождем. И что? Он подходит к двери. Он понял, что она открыта, и вызвал полицию. Как быстро приехали. Нет! Нет! Заломали. Давай заново. Значит, надо сразу действовать. Вот сейчас уже, пока он ходит, надо уже сразу бегать тогда. А если он дверь открытую увидит? Тот не видел открытую дверь в прошлый раз. А этот видит. Ладно, входим. Кассу, сразу с кассы начнем, да? Тихо, сейчас он сюда придет. Кассы надо, с кассы начинать. Так, ребята. Что там в кассе есть? Что здесь высветится сейчас? $5000 в кассе. Тихо, он сейчас сюда пойдет. Быстрее ломаем. Не, он пойдет вниз, а мы там будем. Нам главное быстрее войти, пока он не вышел. У него глаз заканчивается, а у нас тоже желтый заканчивается. Заходим. Что тут есть? Что это такое? Тесак? Мы украли тесак какой-то? Уходим быстрее из двери. Мы с другого входа выйдем сейчас, с черного. Пока, парень. Смотри, он сейчас увидит, что дверь открыта. Посмотри, он вызовет полицию. Он вызвал тачку, смотри, быстрее в свою садись. Быстрее, вон приехали, смотри. Мы успели. Да, все-таки мы уехали. Мы уехали. Ничего себе, мы заработали. Давай опять к ломбарду подъедем. Ну что, у нас есть 5000. Одна... Дрель. Дрель. Он нам дрель вручил. И что он хочет, вот чтобы мы обворовали? Давай, тачку. Мы в салон приехали, ребята. У нас есть деньги. Давай купим машину. Мы эту тачку купим. У нас сколько есть? $37,000. И что можно купить? Только красную? Да, только красную. Синяя уже 40. Не хватает нам. Давай красную тачку купим. Взяли. Отлично. И на дело поехали. А какое дело-то? Кинотеатр. То он сказал, что там есть сейф. Наверное, для этого дрель нам и дал. Чтобы мы сейф вкрыли с дрелью. Ну ладно, давай. Кинотеатр. Сколько там охранников-то в нем? Там какая-то премьера фильма. И нужно катушку с фильмом украсть. А для этого нужен электронный ключ. А это что такое? Телефон мы украли. А вот это очень комната большая. Он здесь, то есть здесь. Смотри, там кто-то еще есть. Там второй есть. Там их два. Так, вот эту комнату надо взломать. Вот там где-то ходит. Так, что здесь есть в этой комнате? Давай посмотрим. Кассовый аппарат. Давай зайдем. Тихо. Это тот уже выходит. Он куда-то не... Вот он! А, он не сюда. Фу. 2800 мы взяли? Круто. Давай отсюда... Валим, папа. Вот она, катушка, которую надо украсть. Да. Вот в этой комнате она лежит, катушка, видишь? Вот эту бобину надо взять. А ключ, наверное, здесь лежит, этот электронный. Вот он, электронный ключ. И сейф. Вау. Куда этот идет? Сейф, быстрее, там идет охранник, смотри, а куда он идет? А он не сюда идет. А сейф мы уже сейчас скроем, желтое. Не, он сейчас сюда пойдет. Он туда пойдет. Так, сейф есть. Ключ есть. Он сюда идет, нам надо прятаться в шкаф, быстрее, в шкаф, видел? Мы нырнули в шкаф. Мы в шкафу, ребята, сидим. Пронесло. Выходим отсюда. А что еще есть? Касса. Еще касса есть. Ну давай кассу возьмем. Вот касса, да? Тихо, он нас сейчас увидит. Он туда уходит. Ладно, он не увидит нас, не увидит. Мы по-быстрому. Касса, сколько денег? 1500. Ну ладно. Так, ребята, куда нам надо? Нам теперь... Катушку. У нас катушку надо бобину забирать. А вон пошел охранник вниз. В кинотеатре самом. Есть катушка. Что еще? В кинотеатре есть что-нибудь в самом? Да, мы забрали катушку. Тихо, он сюда сейчас идет. Он уже прошел. Давай в сам кинотеатр идем. Что в нем есть в кинотеатре? Он мимо не заметил. Что есть в кинотеатре? Смотри, что-то лежит. Что-то лежит в кинотеатре. Сумка. Тихо, он сейчас сюда может пойти. Сумку, давай сумку возьмем. Мы взяли сумку. Выходим. Вот сюда мы точку ставим, он идет сюда. Этот не заметил. Никто не заметил. А этот идет. Стоп. Выходим быстрее. Он сейчас увидит открытую. Садись в машину. Мы, по-моему, все сделали, нет? Что-то как-то мало здесь денег. Там еще где-то были деньги? Давай. Интересно, мы миссию-то прошли, что ломбард скажет? Он сказал, недостаточно хорошо ты обчистил его. И что надо делать? Ну, это уже, ребята, не сегодня. Да. Слишком много сложных дел сегодня были. Ну, как вам игра, Пиклок?
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Гаражный Груш и не забудьте заходить на мой инстаграм. Надо повторить? Повторим. До новых выпусков!